ты как бы такой для меня наставник, да, потому что я к тебе на супервизию прихожу. Ты человек, который вдохновил меня уйти из школы, в принципе, вообще открыть свою частную практику. Поэтому я такой, ну, немножечко ориентируюсь, да, я вот смотрю. Mm-hmm. Вот смотрю, mm-hmm. и сейчас я вижу, что это эмоционально фокусированная терапия. Mm-hmm. Mm-hmm. И как бы, мне интересно, почему именно это. Я сейчас нахожусь сама на такой, как бы, границе, выбор подхода. Mm-hmm. И мне интересно, почему эмоционально фокусированная терапия. ФТ на сегодняшний день единственный, по-моему, вообще единственный подход, mm-hmm. который вот в таком, в настоящем смысле этого слова, интегративный. Вот он действительно, это первая попытка, по-моему, вообще за 100 лет объединить все, что мы знаем про мысли, про эмоции и про нейропсихологию, и вот это все сложить в одно целое так, чтобы это действительно работало. То есть я же был в семейной системной терапии mm-hmm. довольно долго, да? И все-таки при всем при том, что сколько бы они ни говорили, да, вот теоретики, практики, гуру, которые оттуда, что там все равно там есть эмоциональная часть, все равно ты работаешь личностью своей, да, mm-hmm. все равно там как бы уклон, все равно этот фокус, он немножко такой головной. Он все равно либо на поведении, либо на мыслях, на значениях. Так, окей. И EFT добавила к этому контекст привязанности. Да, потому что если в классической системно-семейной терапии, в общем, как бы это вот не хорошо и не плохо, да, вот нам просто дают понять, что вот мы с тобой как пара застряли, и ты меня начинаешь преследовать, а я начинаю отстраняться. Чем больше я отстраняюсь, тем больше ты меня преследуешь. Вот такой у нас паттерн, да, и все, не хорошо, не плохо, нам его надо поменять. Не придается этому никакого дополнительного значения. Да? И то, что EFT предложила, это то, что ты ведь преследуешь близость, да? Uh-huh. А я отстраняюсь, потому что близость под угрозой. Uh-huh. Да? То есть, как только там появился вот этот аспект эволюционной психологии, что как мы сформировались как вид, да, что нам, как млекопитающим, чрезвычайно важна близость, да, что мы рождаемся, если нет близости, мы не выживаем, поэтому вот эта вся штука... иметь одного человека, на которого рассчитывать, это все такой код выживания, uh-huh. да, заваренный в мозге очень глубоко. И вот как только это соединилось с системным подходом, на мой взгляд, это просто стало вот прекрасно объяснять то, что происходит передо мной на сеансах. Uh-huh. Настолько прекрасно стало объяснять, что я даже вот, знаешь, как не вижу смысла даже более сложно объяснять, потому что вот это объяснение позволяет мне как бы вмешиваться в процесс таким образом, что становится лучше. Mm-hmm. И это как бы все равно работало, скажем, и без EFT, да, работало чисто в системке, но гораздо больше сил отнимало, гораздо больше времени отнимало.